Ну что, ребят, сегодня мы сходим с вами в исторический музей на выставку. Необычайно ветреный день, но это нам не помешает. Дюрера. Вот туда-то мы и идем. Его мастер, хранящийся в собрании Государственного исторического музея, представлены в экспозиции. Вот такая вот иллюзия, когда ты смотришь, а эти линии переливаются, и для каждого, наверное, это означает свое. И мне как-то это ассоциация с солнечным светом. Хочется прикоснуться к этому великому мастеру. Меня еще очень интересует вот такая вот золотая клетка, диагонали такие, которые каждый интерпретирует по-своему. То есть помимо Райвор Дюрера, я еще хочу обратить внимание на то, как оформлено помещение. Знаете, что я подумала, когда я посмотрела на все эти гравюры? Ну, в первую очередь о том, что это огромный труд. Это невероятное упорство, мастерство и колоссальный труд художника. Я иду в лесу. Потолок, если что.